Приветствую вас. Давайте рассмотрим ваш вопрос. Я не хитрю, не вижу никакого смысла. Я простой рабочий человек, не веду бизнес, не являюсь директором. У меня самая обычная жизнь. Я не использую никакие манипуляции в отношении людей. Мне вообще нет ни от кого ничего не нужно. Я все делаю сама, пишет Татьяна. Все люди вокруг считают меня хитрой, почему-то они ищут двойное дно и другой смысл в моих словах и находят. Все, что я говорю, они переиначивают по-своему. Почему так? Я думаю, что дело здесь заключается в том, что вам сложно в этом смысле выражать искренне свои чувства. Вот, на мой взгляд, у вас, ну, просто вот может не получаться говорить о том, что вас действительно волнует, на языке, понятном для других людей. В результате чего остается недопонимание, в результате чего появляются какие-то вот недоговоренности. Вот. И, соответственно, вот в результате этих самых недоговоренностей и возникает та самая история, что, ну, грубо говоря, есть как бы такая вот проблематика, ну, существует. Является ли это чем-то хорошим, и можно ли это исправить? Да, можно, для этого необходимо посмотреть на то, как вы выстраиваете, собственно говоря, отношения с людьми, да, то есть как вы с людьми взаимодействуете вообще, вот, ну, в целом, как конкретно вы взаимодействуете с людьми, как вы выстраиваете отношения с этими людьми. Вот. И я думаю, что при необходимости, да, это можно вот как-то подкорректировать. Это можно подкорректировать, ну, сделать это как-то более соответствующим вам, да, то есть вот, чтобы это, ну, соответствовало вам, чтобы в большей степени это отражало вот то, что вы сами хотите, например. То есть, чтобы это было вот именно тем, что соответствует, ну, какому-то духу вашему. Вот. Сейчас понятно, что такого просто нет. То есть вы о себе думаете одно, да, про вас, словно говорят, думают другое. И это постоянный диссонанс. Это первое, на что хочется
обратить внимание. Второе, на что хочется обратить внимание, это, пожалуй, история о том, что вы в той или иной степени, на мой взгляд, себя как-то вот слишком принижаете. То есть такая вот, может быть, ну, излишняя, да, самостоятельность ваша, она вызывает просто недоверие к вам, вызывает опасения, вот, вызывает, ну, может вызывать такие чувства, как зависть, такие чувства, как недовольство, потому что другие люди, например, могут, ну, себя так не чувствовать. То есть другие люди могут себя так вот, ну, не ощущать, да, другие люди могут думать, как-то, ну, по-другому. А, ну, про себя, о себе и так далее. Вот. И, соответственно, это все вот как раз формирует такое к вам отношение. Не очень хорошее, понятное дело. Вот. Можно ли это как-то корректировать? Ну, можно ли с этим что-то сделать? Да, можно, конечно. Вот. И для начала нужно в первую очередь убедиться, как вот мне кажется, да, убедиться в том, что вы, ну, на самом деле находитесь вот на своем месте, что вы на самом деле довольны тем, что в вашей жизни происходит, и вот этот момент, он такой, ну, достаточно важно, как мне кажется. Вот, то есть тут вот есть некоторые просто, есть некоторые сомнения и опасения у меня относительно того, что, возможно, вы просто себя как-то вот принижаете, да, вот. Ну, может быть, делать это чересчур активно. Вот. Такое тоже может быть, да, когда, в принципе, человек может просто не знать себе цены. И у людей это вызывает вот что-то вроде такой, знаете, вот что-то вроде пассивной агрессии, вот. К сожалению, это не очень хорошо, конечно, да, это очень, ну, печально, грустно, что-то. Так, но мы имеем по итогу мы имеем то, что имеем. Можно, конечно, сокрушаться, да, можно сокрушаться,
И можно как-то вот, ну, переживать, что ли, по поводу того, что такая ситуация возможна, но так бывает. Хоть это и неприятно, да, но так случается. И последний момент, на который вот, хотелось бы обратить внимание ваше, последний момент, это то, что вот, мой коллега сказал, да, что вас это задевает как-то, возможно, вас это как-то задевает. Вот нужно посмотреть и поисследовать то, как вас это задевает, да, чтобы не было у вас таких переживаний, чтобы вас это не задевало. Вот. Потому что пока вас это задевает, вы будете, ну, условно говоря, да, не, ну, не свободны. Вы будете не свободны. Вот. И вам будет очень сложно и тяжело двигаться дальше, двигаться вперед. Вот. Вот, наверное, такой ответ. Да, есть механизм переноса, есть механизм переноса, когда человек увидит в другом то, что есть в нем самом. Вот. Ну, это действительно так, это действительно правда, вот. К сожалению. Ну, тут есть, как мне кажется, безусловно, свои нюансы, на которые имеет смысл обратить внимание. То есть это круг общения, то с кем вы общаетесь, так далее. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.